Запись видео на смартфон Tecno Spark 7. Разрешение 1080p, частота кадров 30 в секунду. Электронная стабилизация отсутствует, что вы можете видеть, потому как несколько подергивается картинка. Но при этом детализация кадра достаточно неплохая, да и в целом каких-то артефактов отсутствует. Глазу приятно смотреть на такие ролики. Давайте посмотрим, как работает автофокус. Обычно в бюджетных смартфонах он отрабатывает посредственно. Так, ну, что сказать, по скорости это, конечно, не флагман, но достаточно быстро отрабатывает автофокус и при этом достаточно корректно, что очень-очень неплохо для смартфона низко-средней ценовой категории. В целом, качество видео радует, для такого недорогого аппарата вполне себе достойно, и снимать видео днем или просто при более-менее хорошем освещении вполне возможно.